Всем привет! Снова я выехал на рыбалку. Сегодня еду на лесное озеро. Вчера там товарищ неплохо половил окуней, поэтому вот сегодня я еду туда. Проехал где-то 5 километров. И дальше остается мне 2,5 километра через болото. Скорее всего, придется идти пешком, потому что дорога очень плохая. Здесь вот ручей. Болото сухое называется. Вот канава такая. Канава или ручей, что тут. Видно, что ничего не замерзло. Даже вон тут ручьи бегут. Вот. Поэтому лучше будет идти пешком. Погода сегодня теплая. Где-то градусов 6 мороза. Вот иду по болоту. Ну, пока дорога, в принципе, неплохая. Можно было ехать здесь. Раз уж пешком пошел, то ладно. Здесь дорога лучше, чем в лесу. Ровно, никаких кочек. Так что, может быть, зря я пешком пошел. Вот чистое болото. И дорога ровненькая. Можно было бы газу поддать. Местами, конечно, есть кочки, но они небольшие. Как по лесу ехал, там было хуже. Еще километра. Полтора мне идти, чуть больше может. Ну что, приехал я на озеро. Сейчас сижу, пью чай и можно идти рыбачить. В общем, только подъехал, только подошел и приехало 3 рыбака. Тоже местные ребята. Поржали, конечно, надо мной, что я тут пешком хожу. Вот сейчас они уехали уже на озеро. Ну а я сейчас пью чай и тоже... пойду рыбачить. Термос у меня с собой. Ну что, время уже 11 часов. У меня поймано 4 живца. И все. Сейчас поставлю жерлицы здесь. Лунки уже сделал. И буду дальше ловить. Это сегодня плохо. Посмотрим. Там рыбаки тоже рыбачат. У них... чуть получше дела. Но тоже клюет мелочь. Клюет плохо. Попался немножко покрупнее. Такой золотистый. Этот, конечно, на живца уже не пойдет. Живца надо помельче. Вот такой неплохой. Вот. Золотистый. Еще один неплохой экземпляр. Вот, на красную мормышку попал. Такой немножко поменьше. И этот уже не золотистый. Такой вот. Перешел сейчас на новое место. Здесь вот по старым лункам пробегусь. Может, что-то клюнет. Там мужик жерлицы ставит. Вот поймал щучку. Говорит, первая в этом году. Щучка грамм 700, наверное. Я тоже 7 штук поставил. Завтра буду проверять. Сегодня взял с собой вот такой прибор. Эхолот Практик 6. Специальный зимний. Пытаюсь с помощью него найти рыбу. Пока не особо получается. В соседней лунке. Одна рыбка показалась, поймал ее. А в этой лунке что-то нифига. Вот показывает глубина чуть больше метра. Если датчик поднять, вот. 1,33 м. Рыбы нет. Попробую в другую лунку еще засунуть. Да. Здесь чуть поменьше глубина. Тоже рыбы нет. Нет. Пусто. Ничего. Поставил здесь 8-ю жерлицу еще. 8-й живец клюнул.
Знаю, попадет что-нибудь, попадет завтра. На сегодня у меня 8 живцов и 2 окушка покрупнее. И все. Весь мой улов. Что, пора собираться домой. Сегодня за целый день поймал 12 рыбок. Поставил 8 жерлиц. Нет, 9 жерлиц. Ну, может быть, щука клюнет за ночь или завтра клюнет. Завтра приеду, посмотрю. Время уже 2:30. Собаки уже готовы домой бежать. Сейчас обратно через болото 3 километра и потом ехать до дому. Рыбаки все уже разбежались. Было 9 человек на озере. Вот остался я один с собаками. Эти бездельники сегодня целый день тут бродят туда-сюда. Ну что, все. Завтра посмотрим на результат. Сегодня я позже всех приехал. Здесь уже выставка техники. И куча народу на озере. Костер дымит. Время 10:40. Погода сегодня морозная у нас. Минус 15, но зато солнечно. Сегодня я все-таки доехал до места, не стал собаку оставлять. Ну что, сейчас соберусь и пойду рыбачить. Сейчас пока ехал, крутился один болт на ледобуре. Хорошо, что я вчера положил с собой запасной болт. Как знал, что пригодится. Правда, не думал, что так быстро он понадобится. Сейчас приехал и крутил вот этот болт. Видимо, он ослаб в какой-то момент. И от вибрации выкрутился. Сейчас я новый поставил, все нормально. Что, 8 жерлиц проверил здесь, ничего не попалось. Осталась еще одна, но она чуть подальше. Я до нее схожу уже потом, после обеда. Сейчас жерлицы еще оставил, может быть, что-то клюнет за 2-3 часа. Некоторые переставил на глубину, некоторые поближе к берегу. Не знаю, может, попадет. Сейчас буду ловить окуня на удочку. Попробую балансир. Может быть, повезет. Продолжаются у меня эксперименты с эхолотом. Не видит. Похоже, что нету. Идем сюда. В общем, как всегда, я только камеру выключил, он мне рыбу показал. Что-то здесь есть, какой-то окунек. Ждем, может, еще покажет. Вот, все-таки рыбу он мне показал. Вот она. Не знаю, видно, не видно. И что-то здесь есть. Но не что-то, а окунь. Вот такая мелочь теперь клюет. Вот это уже 5-й. Заглотил, как хорошо. Таких отпускать, конечно, приходится. Но крупнее ничего нету. 5 штук уже таких. Ну все, собрался, чай выпил, теперь можно домой.
Рыбалка сегодня завершается. Всего 9 рыбок поймал за сегодня. Вчера было 12. Вот такой вот результат. Не очень хороший. Жерлицы все собрал. Не стал их на камеру снимать, потому что все равно результата никакого нет. Потом, когда щука начнет ловиться, тогда уже и про жерлица можно поснимать. А на сегодня все. Всем пока.